ветер в степи, словно в речке вода. День прошел и назад, день прошел и назад, не придет никогда. А без разницы, они одинаковые. Всем привет, вы на моем канале, а я как всегда в гараже, и тема сегодняшнего выпуска у нас сэндтраки. В общем, завтра мы едем их тестить, но пока мы их не затестили, не запачили, я хочу маленечко про них рассказать. Вернее, не то, что рассказать я хочу, а именно, кто их производит. Ого! Сейчас даже стены трясутся из-за моего гнусного голоса. Начнем с чего? Первоначально, что я хотел сделать, это решить проблему с тем, что у меня на работе постоянно застревают большие грузы фуры. Как начинается зима или грязь, это любая горка, это все стоит, у нас пробка на всю промзону, то есть никуда не деться от этого. Был разработан изначально большой сэндтрак для грузовых автомобилей. Следующий уже типа размера, это для джиперов продукции, то есть длина 800, ширина 400, раскладывается в общей сложности 1600 мм в разложенном состоянии. Система трехсегментная, она позволяет траку не вылетать из-под колеса при буксе. То есть, если вы резко тронетесь, он останется у вас, то есть он никуда не полетит, сцепление продолжится. Что еще тоже важно, это высота трака всего 24 мм. То есть, практически это ничто. По материалу это оцинкованная сталь, 3 мм, порошковое окрашивание специально, чтобы ничего не гнило, не жарило. То есть сделано очень качественно, сцепление с колесом евростандарт. То есть резина не портится от того, что если будете на ней буксовать. Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним. Че, ребят, утро в сборе, все собираемся, сейчас будем выезжать. Трассу таскать. У нас тут УАЗик пацан едет, у него была Нива короткая. По 31-м спарях он ее сделал, а ехал хорошо. Йо, начало движухи, ребят. Че, Кирюх, рассказывай, что делаешь? Передний мост включаю. А спускайте до каких атмосфер? 0,5, да? Что подготовка вполне страшная, ребят. Что сейчас будет, вообще не знаю. Говорят, то, что это УАЗик, можно затопить. Чтобы вы понимали, он мне прям пояс. Вот я стою. Рост у меня 1,78 м. Это было, блин. Ого. Ребят такие на спокойнике едут, как будто, ну так нормальная дорога, вышли покурить так, за это. Грибнички, да? Нас пропускают. Такая трасса, снимать ничего невозможно. В руках все дрожит. Ты, блин, видишь, ребята говорят, нечего, но мне уже тут драйва хватило, блин. Друг друга обгоняют, по пенькам прыгают, короче. Трэш полный. Я представляю, что будет дальше. Дальше все будут потихоньку ползти. Потихоньку ползти, да, это сейчас несемся просто, наверное, да? Дорога это тут, ничего такого нет. Дорогу, кстати, знает у нас только один, там Сусанин едет спереди. Подожди,
ничего, просто болото. Здесь не происходит ничего сверхъестественного. Ребят, честно говоря, я вот туда бы сам бы не поехал, там вообще кошмар. Воды там по пояс, можно встрять нормально, но у всех вроде лебедки есть, машины все подготовлены, и я не знаю, как мы это все проедем, но эмоции уже и так полные штаны. В общем, что происходящее? УАЗик уже один затопили. Тут, короче, брод. Я не знаю, как по-другому назвать. Пробраться вообще нереально. Но у нас есть не хреновая проблема. Проблема — это Нива. Потому что все УАЗики у нас подготовлены. Подготовлены достаточно хорошо. Все лифтованные. С лебедками и совсем. Нива практически лифта нету. Она в стоке. Хотя стоят блокировки. Передние и задние. И будет, наверное, достаточно интересно, как она здесь поедет. Но если УАЗик уже на первой яме встрял, а дальше, говорят, там будет вообще еще хлеще. Так что, ребят, будем только смотреть. Вгорелый. Он спрятал. Все, вот он сидит. Ребят, раскинули лебедь. Попробуем вытащить. Чтобы вы понимали, иду по плотине. Здесь она сделана вот так. Здесь вторая часть, в которой должны мы проехать. Короче, все в шоке. Еще колея становится еще больше, проезда становится, как говорится, меньше. И дальше еще у нас не Вася поедет. Одна, ни второй лебедки нет. Следующий. Кто там? А единственный музыкальный инструмент, на котором мы умеем играть, это шарманка.
хотел сразу. Да тут полететь можно. Зато салон помог. Да, инструмент тоже такой. Что там, все, УАЗик опять засадили. Скажите, какое коллективное мнение сейчас насчет Нивы и Патрика? Утопленники. Утопленники? В общем... Это был последний их заезд. Да? Там нет шноркеля, ничего нету? В общем. Мозги внизу стоят, на инжекторе. Ну да, на Ниве. Да, да. Ну, на Патрике там же, под капотом. Так же под капотом, да? Ну, в общем, что, мнение коллективное, перетаскивать просто лебедками ее? Нет, сначала на трассу, хотя бы, чтобы воду переехать, чтобы мозги не залить на Ниве. А потом уже как пойдет на... Кое-как бобры тут настроили нормальную плотину, вернее, кое-как я тут перебираюсь, потому что везде ветки, все это хлюпенько, но ходить можно, но сейчас будет самое интересное, поэтому я иду на ту локацию, сейчас поедет Нива. Хотелось бы быстро переподцепиться и поехать дальше. Сколько? 9-метровка я прицепил. Нет, я подцепил и вывел это тебе на окно. Вот так сейчас Ванька станет сюда, все удлинители, и тебя тут лебедка. А здесь уже на динамке. У тебя мозги получаются в ногах, ты сейчас поедешь в этой колее. Вот в той, у меня будет в ногах, а не на, она в высоте будет. Наверху, да. Вот. Верный друг. Четыре лапа, хвост, да? Здесь должна проехать Нива. Колея очень большая. Не знаю, посмотрим. Сейчас, если что, поедет сзади Патриот, если вдруг чего, ее дернуть назад. Ну, я не знаю, что из этого выйдет. По мне, контент очень интересный. Я весь на эмоциях. Блин, здесь надо быть и вкусить вот эту вот обстановку, вот этого передвижения. И если я раньше думал, вот ребята, блин, просто так гоняют по грязи, какой кайф потом машину ремонтировать. Ребята, это настолько классно. Вот так тут, большой респект. Клин 4x4. А у нас самое интересное. Все, Нива пошла. Смотрите. Вперед, наверное, сам вращать. Че говоришь, где мозги находятся? Около крыла справа. Понятно. Ну, то бишь, они тоже могут затонуть, да? Да. Ну, а переносить не думал? Думал, конечно. Но это все будет после. После? Сегодняшнего дня. Да. Уже, мне кажется, все, кто здесь участвует, они уже, блин, каждый хочет что-то в машине модернизировать, блин. А так после каждых покатушек. Да. Самое главное, чтобы ничего не ломалось. А такого никогда не бывает. То полось, небось, то еще что-нибудь. Если ты сломался, просто в лесу на коленке починился, и все. У каждого в багажнике есть инструменты, запасные части и все, что нужно для ремонта на коленке, что чаще всего ломается в таких вот колеях веселых по бедру. We'll be right back.
Все, ребят, сейчас будем дергать динамкой. Вообще не камильфо, пока все сообразят, что делать. Замерзаешь? Выходи, покурим. Давай. Руль в воде. Там у меня была дикая мысль поехать это не весь снимать внутри. Хорошо то, что не поехал. Ну а тут у тебя что произошло? Лебедки воду сливают. Ага. Масса фиговая. Я открываю, у меня там теплый фонтанчик такой льется. А? Куда мне это лучше дать? В елку. Сейчас попробуем двумя лебедками дергануть Ниву. Нихуя себе вы решили! Ну чё, выходи, как твои впечатления? Как штурман? Штурман! Как? Штурман на улице хочет. На улице хочет, да. Ну вообще, сиденья промокли. Бездеса нет. Но зато помывка. О! Ничего не было. То есть всё сухо, всё хорошо. Получается чуть-чуть это
чуть-чуть, ну, чуть-чуть совсем, чуть-чуть водички по капот. Меня там тянут в две лебедочки. Чуть-чуть совсем я немного плаваю, как бы. Здесь чуть-чуть автозвука, там чуть-чуть автозвука, а меня чуть-чуть тянут. А еще вот здесь вот под сиденьем летит титанат. Блять, фоткает, сидит, так, нет, чтобы помогать по это. Самого себя вытаскивает, он сидит, блядь, фоткает. Хлебушек плавает, ботинки плавают. Главное, документы не в воде, все остальное похую. Как говорится, буквою. Похую. Там Дим стоит, там не проедет. А дай попробуем. Дай я отвертку. Вот так вот пнил. А подожди, у тебя в стартере делал, да? Да. Аккумулятор ему быстрее. Аккумулятор принеси бы. Ну дай ключ, что-нибудь железный дай. Зажигание включил? Ёбни по нему, что там стягивается недостаточно. Эмулятор разрядит на. Вот! Вот! Одна лебедка у нас сломалась. В общем, сейчас ставим третий УАЗик, у которого нормальная лебедка. И двумя лебедками будем пробовать тащить. Ну-ка, покажи, что такое за пульт. Он уже там сидит, орёт. Что за лебеда-то называется? Лебедки, кама, пульт китайский. Еще. Там надо попасть, резинка наводит волосок. Все, ну, все тебе. Сухо. Хочешь без ДМРВ имеешь попробовать? Нет, сними его, посмотри, я говорю, попадет. Там сухо. Да не вдаль, не сюда, внутри. Я вчера свой, знаешь, как я снял старый, тебе показать? Че, чистый? На седошке были. Весь в говне, я на дроссель, смотрю, у меня на дросселе, блядь, лежит кусок такой, не пролетает, блядь. В заслонку, блядь. Я вчера там, знаешь, грязь вытащил, ёптать. Как попало, хер знает, ёптать.
сухой фильтр, блядь, а шланги все нахуй говне. В наборе вода герметичная. Что ты хочешь? А нет, тут. Здесь? Вот. Ну он у меня горит при заводе, газуешь, и он гаснет. Это на низкое напряжение он ругается. Влага есть? Ну, есть, малясь. Говно есть, да? Говна нет, тут вода, малясь, есть. Ну вот, ёпта. Ну звони. Что, хапнул что? Да он может ДМРВ у тебя глючит, ёпта. Заведи так, не ставь на воздух, не ставь, заведи так. Сейчас датчик оденем или нет? Давай без датчика. Малясь, там снизу вода. Ну вот, он может и горит. Вот, на экране показывает. Что, стерильность? Стерильность, блядь. Вода замыкает промеж них, блядь. 6 или на 8 ручейков. 6 ручейковый, да. Там любой, да, подходит? Длинновой, посмотри, ну, какой длинновой. Есть. Может, по... есть длинновой? А патриот не Озик? Озик не патриот. Пай, у меня мачете в руках, ты сидишь ко мне спиной. Ты как бы сам понимаешь, да, последствия? У нас есть так называемый глинка. Она заходит за Петровским, в Багайке заезжаешь. Выезжаешь за Малеевкой. Там чисто глиняная дорога военная. Мы там два УАЗика на бок клали. Три УАЗика на бок клали. В этой баке. Че, литрушку слил, да? Да. Воды было вот так. Уровень воды вот здесь был. Офигеть. Наш батюшка Ленин со всем усоп, он разложился на песне и на лепо. Короче, ты их переделал, да, длиннее сделал? А перестройка все идет и идет по плану, а вся грязь превратилась в голый лед. И все идет по плану. Самое.